смотрю, сегодня новую смену открываю в Яндексе. И у меня поступил первый заказ. Надо с ДНС забрать какие-то оборудования. Серый ниндзя на моноколесе. Еду делать заказ первый свой, который сегодня получил. И уже у меня сегодня первое падение. Рюкзак тяжелый от того, что там, ну, клавиатура, два внешних, четыре внешних жестких диска. Что-то там как-то неудачно сделал маневр на светофоре. Там был перепад асфальта, просто останавливался. Вообще самое тупое падение. Колесо с ногой ушло вперед, с правой ногой. Вот, а я на жопу упал на справа. Ну просто жопу зашиб, получается. Рукой еще правой оперся на асфальт. Ну и в итоге защита на запястье отработала. А на жопе у меня защиты нет, там, значит, синяк будет, скорее всего. Это ничего страшного. С нулевой скоростью, я считаю, запнулся, упал. Еду на правый берег, опять бугринка нас ждет. Едет, едет. Это такси, да? Я хочу достать. Получается, два дома на один адрес, да? Да. Вот это называется первый подъезд, дом. С таким же адресом. Дом второй. Ого. Короче, отдал я заказ и ушел на обед. А там был дом такой, но я снимал уже на один адрес два строения. И вот кружили вокруг одного дома долго, потом догадались, что надо это. Короче, сейчас еду за вторым заказом, вот вышел после обеда. И теперь надо. А, никогда тут не получал, это вообще спальный район, странно вообще, что тут есть заказ. Наверное, какой-то тортик, судя по тому, что это из кузины. Короче, получил я шоколад и мороженое. И сейчас отвезу на сюда недалеко, минут 5 мне, наверное, ехать. Правда, у нас вот тут такие дороги ужасные. Вот я так нашел через поребрики. Даже если бы я умел прыгать, я бы не стал, наверное, прыгать. Там в смятку все превратится от прыжков. Туда надо было. Надо туда. Вот так вот. Немножко развернулся. Вот такой рельеф. Вот так меня так по почкам колдобит. Да. На колени меня амортизируют. Плюсов это заказ коротыш. Тут, наверное, мне дадут рублей 100, но так как у меня короб, может, там же по гарантии что-нибудь докинут. Вот. А если буду дальше работать, то, скорее всего, какой-нибудь еще дальняк будет. Это я не знаю, мне дальше работать. Нет. За достижение там 10 заказов сделал я. Как бы мне 700 рублей бонусами должны будут начислить. Имеет ли смысл мне дальше продолжать? Ну,
съезжу еще. Сейчас вот отдам заказ и съезжу еще. Но это через мост не поеду. Буду на этом берегу. На этом берегу ловить рыбку в виде заказов. Еду. Тут осталось недалеко. Вот тут, у нас есть плавательный бассейн. Тут стадион неподалеку. И новостройки настроили. Вот, почти приехал. Сейчас едем, покатаемся, рыбку положим. Сейчас отвалится. Не отвалилось, потому что я аккуратно одел. Все, отдал я заказ этот. Но больше меня ничего не стрельнуло, разумеется. И у меня тут хорошая новость для жителей левого берега, в частности для Затулинки. Нам положили асфальт. Вот, я сейчас вот на той неделе был здесь, не было асфальта, вот сейчас вот положили. О, новенький асфальт. Даже где-то, даже какие-то даже съезды вроде есть. Можно заехать. Ну, тут немножко сложнее. А я уж думал тут пешочком, наверное, пройти, потому что выковыривали до этого из другого моноколеса щебень. Он туда между корпусом и мотор-колесом попал и тер. Такие страшные звуки были. Сейчас можно спокойно тут проехать. Все замечательно. В общем, еду я по улице. Это какая? Мира, да, улица? Еду я, короче, по улице Мира, заказываю полновый из меди, что на Ватуте, на вкусе, из Бургер Кинга. Похоже, совсем, наверное, мало курьеров Яндекса, да? Ну, желтых и зеленых, Delivery. Ну, я думаю, что это будет последний заказ, с какие-нибудь дебри нас занесет. А может, не занесет, посмотрим. Ну и хватит. Тут уже что заряд это уже это заканчивается. Заряд это почти это, половина потрачена. Очень много в холостую, потому что дальние подачи. Тут сейчас едем 2,5 километра. Вот. Ну хоть 20 минут дали. Ну то ладно. Так, осторожно. Ну, вообще, как эти, как черепахи едем. Потому что тут народу тепло стало. Все вылезли на улицу. Гулять, ходить, бегать. Вон, вот кто-то бегом занимается. Начал. А, ну... Бегом за трамваем. Бегом. А сейчас мы вот так вот, мы срежем. Вот подожди, вот мы сейчас налево уйдем и срежем. Потому что тут стройка какая-то идет. А, ну ремонт идет фасада. И сейчас вот так вот направо. И вот тут можно спокойно проехать. Вот, иногда вот можно таким способом сократить маршрут. И, как правило, дорога на придомовой территории как гораздо лучше, чем на тротуарах основных. Поэтому можно пользоваться таким лайфхаком. Я еще в прошлом году так ездил. Ох, голуби постоянно норовят колеса. В общем, отдал я последний заказ, и получилось чистыми 500 рублей, плюс бонус за 10 заказов 700. Ну, в принципе, я думаю, неплохо. Учитывая то, что
я поработал где-то часик до обеда и пару часов после обеда. Заказы давали как раз по пути, что было, в принципе, удобно. Ну все, на этом у меня сегодня заканчивается доставка. Пока.